Второй день наших покатушек. Очень как-то ветрено, но тепло. Примерно 28 градусов. Я решил немножко поменять свой путь. Так как ребята, с которыми я приехал, они катают не сильно много, но я как бы хочу побольше. Я решил проложить, собственно, дорогу вверх, поехать к дальнему другу моих родителей, который уехал там в Советском Союзе и, в принципе, там обосновался, это Флорида. Как бы до него мне ехать примерно там 250 майлов, это где-то 3,5 часа. Вот, к нему приеду, посмотрим, как там у него что, попробую запустить дрон, посмотрим, что у него там рядом, вот. Так что, выдвигаюсь. Приехал к друзьям моих родителей, сзади меня их дом, и хотел немножко показать, как живут пенсионеры, живущие здесь, которые уехали оттуда лет 15-20 назад. Пошли. Макс, ко мне. Вот такая у них маленькая мансарда, джакузи. Вот так вот живут наши пенсионеры здесь. Да, как-то так. Пойдем. Being in
этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Любит праздники и громкий смех, пыль дорог и ветра свист. Он был везде и всегда своим влюблял в себя целый свет. И гнал свой байк, а не лимузин. Таких друзей больше нет. И в гостиной при свечах он танцевал как бог. Но зато менялся на глазах, только вспомнит шум дорог. Все, что имел, тут же тратил и за порог сделал шаг. Мой друг давал команду братьям, вверх поднимая кулак. Ты летящий вдаль, вдаль ангел. Ты летящий вдаль, вдаль. Открытие мотосезона 2019. Бегло пройдусь вдоль мотоциклов. Показать примерно что да как. Upon my warning.
Думаю, зайду попробую. Надо все-таки попробовать местного мороженого. $6 и такое холодное счастье. Вот я и вышел на океан, прошел улицу, байкеры остались позади. Сейчас посмотрю по местности, если получится, запущу дрон и пролечу над всеми этими улицами, но еще не факт. Надо найти укромное местечко, где это можно будет сделать. The preacher said, boy, you got a way to go.